В Архангельске. Вот, например, сейчас прошел форум молодых предпринимателей. Ты предприниматель, и да. Мы участвовали в одной из программ «Игра-фирма». Мы были как участники и заняли третье место. Мы рады. Очень рады. Это, на самом деле, очень круто, что в Архангельске проходит что-то подобное, связанное с предпринимательством. Ну, наверное, самое важное событие, которое произошло в Новодвинске для меня, да и для всех горожан других, это открытие регистратуры в Новодвинской городской больнице. Теперь стало удобно записываться, не нужно стоять в очередь. На этой неделе мне запомнился урок немецкого языка, так как мы изучали материал о Дне благотворения, я получила хорошую оценку. И мы в Котласе всю неделю готовились к экзаменам, учили уроки, ну и успешно сдали все, слава Богу. Запомнилось. Днем рождения у жены. А у нас в Котласе сегодня выпал снег, дождались, ура!